Всем привет! Вы на канале для семьи. И сегодня мы будем готовить аппетитные, хрустящие рулетики из куриной кожи. Начинка может быть любая. Рисовая, грибная и даже с жареной картошкой. Перед приготовлением хорошо промываем кожицу, солим, перчим ее. И вылаживаем нашу начинку. Слаживаем вот таким вот образом. Находим подходящую форму для количества ваших рулетиков. На дно формы я положила немного жира. Когда все рулетики готовы, берем томатную пасту, смешанную с майонезом, и смазываем сверху наши рулетики. Можно еще немного посыпать перцем. Выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки. Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал для семьи. Пишите комментарии, ставьте лайки.